Супружеская пара, значит, на грани развода. Ну и сидят на приеме у психолога. Психолог у них спрашивает: ну, прежде чем разобраться в вашей проблеме, давайте найдем то, что у вас есть общего. Муж говорит: ну, в принципе, мы оба не сосем хуй. Игра «Что, где, когда». Так, уважаемые знатоки, вопрос от проститутки из Владимира. Внимание, вопрос. Значит, вы передвигаетесь по пустыне Сахара, и, господин и друзья, в член кусает кобра. Ваши действия. Раз, минута пошла, обсуждение. Ответ. Отвечает там госпожа Миньковская. Ага. Ну, значит, мы сделаем надрез и отсосем яд из ранки. Внимание, правильный ответ. Во-первых, в Сахаре не водятся кобры. Во-вторых, кобра не кусает выше колена. Вывод, если кобра укусила в член, значит, у господина друзья член ниже колена. А если это так, то он может отсосать себе сам. После лекции, короче, для HR-специалистов, ну это кадровики, значит, одна девушка подходит к лектору и спрашивает: а вот скажите, пожалуйста, а вот, ну, собеседование отнимает очень много времени, и поэтому есть какой-нибудь такой экспресс-метод для определения того, ну, идиот перед вами или нет? Он говорит: ну, конечно, есть. Задайте ему простейший какой-нибудь вопрос, вот, например. Кук, всем известный путешественник Кук, совершил три путешествия, и, короче, во время одного из них он погиб. Вот скажите, во время какого? А есть какой-нибудь другой вопрос, потому что у меня было плохо по географии.